следующий номер концерта в никаких комментариях не нуждается, скажу просто. Чардаш Монти, соло на ксилофоне, Сергей Шептунов. Опера Шостаковича «Нос» по повести Гоголя, она совершила самую настоящую революцию. Сколько о ней противоречивой критики было, сколько оригинальных
элементов новых внес, разработал, изобрел Шостакович в этой опере. Но более всего всех поразил целый антракт, отданный ударным инструментом между второй и третьими картинами. Ну, я надеюсь, что вы еще не забыли суть этой замечательной сатирической повести из петербургских повестей Гоголя. И напомню только вкратце, что действие здесь происходит как раз вот к тому моменту, когда зазвучит эта музыка, действие происходит как бы между двумя снами. Это кошмар цирюльника Ивана Яковлевича, который обнаружил запеченный в хлебе нос, пытается от него избавиться, где бы он его ни бросил, за ним гонится то городовые, то дворники, то еще что-то, он от них убегает. И следующий кошмарный сон – это вот пробуждение майора Ковалева в благодушном настроении, и вдруг он видит свое отражение в зеркале и в ужасе. То есть потеря носа для него – это все. Это потеря лица, потеря имиджа, потеря всего, что он приобрел в этой жизни. И вот между вот этими двумя событиями, между этими двумя эпизодами звучит музыка, звучанию которой в клавире предшествует в партитуре ремарка. Вот кошмар цирюльника Ивана Яковлевича, пытающегося избавить от носа, и ремарка. Наступила абсолютная тьма. Thank you.